приветствую, друзья. Хочу проверить, как звук. Если звук хороший, то проведу короткий эфир о курсе счастья. Всем привет. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Хорошо? Всем привет. Тестируем звук. Если звук хороший, проведу короткий эфир по поводу курса счастья. Я в сторис говорила, и проголосовали люди, что хотят. Как меня слышно? Хорошо слышно, да? Хорошо. Звук отличный. Все, супер. Спасибо, друзья, за обратную связь. Sorry, I can't speak English because I'm speaking for Russian people. Так, прошу прощения, меня попросили говорить по-английски. Я им сказала, что этот эфир для русских, поэтому не могу по-английски. Итак, друзья, я сегодня вышла в эфир для того, чтобы буквально в нескольких словах объяснить, чем хорош курс счастья, о котором я и пишу в своих постах, да, и иногда проговариваю в сторис и так далее. Когда-то, 11,5 лет назад, я прошла такой первый курс в своей жизни, и это, конечно, очень много изменило. Почему? Я просто сейчас вам позадаю вопрос, а вы отвечаете, хорошо? Скажите, как часто вы обращаете внимание, что не можете наслаждаться тем, что есть прямо сейчас? То есть не можете чувствовать благодарность за то, что есть сейчас, а хочется все время что-то, да? Либо вы ждете что-то впереди, либо беспокоитесь о том, что было в прошлом. Происходит ли это с вами? Если да, поставьте семерочку, пожалуйста. То есть, если с вами происходит, что вы не всегда в настоящем моменте довольны тем, что есть, поставьте семерочку. Очень часто. Так, спасибо, Наташа, активно. Так, все супер. Так, жду еще буквально полминуты. Так, Лазутина Алина. Часто такое бывает, чего-то жду. Инна тоже семерочка. Очень хорошо. Я абсолютно такой же человек, и раньше у меня это было очень ярко выражено, и, конечно же, я не совсем понимала, что со мной происходит, потому что у меня не было, ни с чем было сравнить. И когда я прошла вот такой курс, да, о котором я говорю, он сейчас называется «Курс счастья», «Happiness Program», я явно увидела, что на самом деле, вот мы живем, вот он настоящий момент, прямо сейчас, да, я сижу в итальянском ресторане, жду свой обед, вышла из тренировочного зала, и прямо сейчас есть определенные звуки, да, вот люди говорят, я чувствую свое тело, я разговариваю с вами, да, с тобой конкретно, с каждым, вот. И в этот момент я полностью с вами. Раньше такого не было. В тот момент, когда я где-то была, мой ум был в другом месте. Но смотрите, если мы что-то... Допустим, мы читаем книгу. Вот мы читаем книгу, и наш ум в другом месте. То что происходит? Часто мы возвращаемся, да, на абзац обратно, чтобы заново перечитать. Почему? Потому что именно ум воспринимает информацию. То есть не глаза, а именно ум. Итак, за этим стоит, что если мы не в настоящем моменте, то таким образом наша жизнь пролетает мимо, как сон. Получается, что вот мы прожили там кто сколько лет, да, там, не знаю, 15, 20, 30, 40, 50, может, лет, разные люди, возможно, посмотрят мой прямой эфир. И за это время, сколько мы прожили, в основном все пролетело, как сон. И лишь запомнились те моменты, когда наш ум был просто ситуацией привнесен в настоящий момент. Это, возможно, рождение ребенка или смерть близкого человека, или когда мы забрались на какую-то вершину горы и увидели весь этот потрясающий вид. То есть ситуация привнесла наш ум в настоящий момент, и поэтому эти моменты яркие для нас. Понимаете, да? Но если вся остальная жизнь, она протекает как на автомате. И мы очень мало осознаем себя, то есть что-то происходит, и мир захватывает нас, события мира настолько захватывает, мы не осознаем того, что происходит сейчас, и что мы беспокоимся бесконечно.
Так вот, что такое курс счастья? Курс счастья – это возможность получить инструменты. И на курсе еще перезагрузка происходит, да? И получить инструменты, и всю жизнь их использовать, как? С помощью просто нашего с вами дыхания, который всегда в настоящем моменте. Как привнести в свою жизнь больше осознанности, как жить в настоящем моменте, и жизнь становится вкусной, яркой. То есть мы начинаем осознавать каждый момент. Вот что такое курс счастья буквально в нескольких словах. Конечно же, там, это очень интересный сам по себе курс. 7 уровней существования – это тело, дыхание, ум, интеллект, память, эго и наше истинное «я», высшее «я». Вот об этом мы подробнее на курсе раскрываем эти темы. И, конечно же, результат просто каждый раз меня поражает. За 3 дня по 3 часа он проходит в разных городах России, больше чем в 170 странах мира. Так вот, 3 дня по 3 часа, и невозможно передать, какие происходят трансформации. Естественно, не каждый человек готов отправиться на такой курс, потому что однозначно будет изменение в лучшую сторону в жизни, но некоторым людям иногда нет готовности, да, перейти от состояния жертвы к состоянию осознанного, ответственного человека, который понял, жизнь крутая, и я теперь это осознаю. Поэтому, друзья, вот это коротко, да, что я хотела поделиться о курсе счастья. Поэтому, кому это стало интересно, напишите мне в директ, из какого вы города, я вам отправлю информацию, где в вашем городе проходит такой курс. В Сочи у нас регулярно такие проводятся курсы. Завтра я в городе Туапсе начну такой курс, он 3 дня будет, по 3 часа. Если кто-то из Туапсе посмотрит, присоединяйтесь, напишите мне в директ, мы вас запишем. Осталось там буквально 3 места. Все остальные, 20 мест всего было, да, и уже остальные все, так скажем, предоплату оплатили люди. Вот, поэтому, мои хорошие, просто будьте счастливы, а если вам чего-то не хватает для того, чтобы быть счастливым, то необходимо привнести дыхательную практику. С помощью дыхания, с помощью некоторых еще инструментов можно быть абсолютно счастливым человеком. Наташ, Улан-Удэ, напиши мне еще в директ, ладно, отдельно. Все, мои дорогие, на этом вот этот короткий эфир подходит к своему завершению. Или если у вас есть вопрос, задайте коротко, я отвечу. Ну, в принципе, все вопросы можно было бы, конечно, в директ порешать. Вот. Да уже все знают. Хорошо. У нас сегодня еще будет прямой эфир. Кто участвовал в конкурсе, у меня там пост есть, можете его найти, он предпоследний. Там конкурс. До 3 часов еще учитывается, можно выполнить задание. В 3 я останавливаю. И сегодня еще один будет прямой эфир, еще не решила во сколько. Я объявлю победителей. Ну все, мои дорогие, всего доброго. Пока. 4.